Друзья, всем привет! С вами Николай, я рад вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня, как вы понимаете, будет неожиданно так обзор на российскую монету. Отойдем мы в сторонку от инвестиционных разных английских, африканских, британских и прочих австралийских и посмотрим на Сергея Рахманинова. Двушечка, выпущенная в 23-м году тиражом в 3000 штук с таким вот интересным лазерным гравированием, которое создает что-то вроде эффекта интерференции. Вот сейчас пытаюсь поймать на оконном свете. Это, как это объяснить-то? Как вот знаете, на луже там пленочка бензиновая такая, которая поблескивает, типа того вот на монете. Вживую смотрится лучше, дорогие друзья. Как правило, монета всегда вживую смотрится лучше. На фоне вот этого нашего всеобщего российского хайпа на монеты, тоже мне захотелось присмотреть какие-то монетки, и я вот взял себе такого Рахманинова просто поглядеть и посмотреть на свои ощущения визуальные, потому что я вообще, дорогие друзья, монеты Российской Федерации современной практически никакие в руках не держу, не коллекционирую и, как правило, обхожу стороной, потому что не всегда понимаю, где их правильно купить, по какой цене, что будет дальше с серией, а выпустят ли ее, а не намутят ли какую-нибудь ерунду Центробанк и так далее и тому подобное. Ну, вроде неплохо получился Рахманинов, вот скрипичный ключ, ноты побежали, годы жизни. Красивая монета, это 925-я проба, выполнена очень качественно, как по мне. Молочки здесь, насколько я понимаю, никакой не бывает. Здорово. По ценам, дорогие друзья, всегда всем интересно. Потихонечку, мне кажется, эта монетка пошла вперед. Не знаю, как у нее будет дальше. Я ее брал в районе 3900 рублей. В банке, дорогие друзья. Класс. Если вам нравятся такие монеты, ставьте палец вверх. Пообщаемся в комментариях. Всем пока.